Андрюша, привет! Привет! Вот хотела тебя спросить, расскажи, пожалуйста, а кто такие взрослые? Это люди, которые раньше были детьми, а стали взрослыми. То как, что они такого делают, чем отличаются от детей? Например, учат детей. То есть отличаются тем, что они учат тех, кто еще не вырос? И еще то, что ходит на работу. Понятно, веселая жизнь. А что такое любовь, расскажи? Любовь – это когда один человек любит другого человека. А как это? А ты любишь кого-то? Да, бабочка, тебя. И все? Да. Понятно. А дети кто такие? Дети – это будущие взрослые. То есть детям предстоит просто стать взрослыми, и все? Ну, не просто. Надо им учиться разными, делать еще все законы физики. То есть нужно выучить все уроки, выучить законы физики, тогда люди становятся взрослыми. Ну, дети становятся взрослыми. Только еще надо закончить институт. Понятно. То есть те, кто еще закончили институт, уже точно взрослые. Да. И когда ты становишься взрослым, что нужно делать? Делать свои дела, ходить на работу. И у кого жизнь веселее, у детей или у взрослых? Детей. Почему? Потому что они играют. А взрослые? Взрослые тоже иногда. Ну а что они играют? Какие-то игры. Например? Баскетбол. Что-то я не видела взрослых. Здесь рядом никого, кто играет в баскетбол. Волейбол. И где ты таких взрослых видел? Это же, ну, такая игра, такие игры. Понятно. А какие игры в школе? Игры? Могут быть догонялки. Какие еще? Игра без зомби. Веселая игра. А любовь в школе есть уже? Ну нет, еще пока. А дружба? Дружба есть. А кто такие зомби? Зомби? Зомби – это такие люди зеленые, которые едят мозги. Откуда они взялись? Это, может, взрослые, которые устали от работы? Нет. А кто это? Это вообще придуманные персонажи. Андрюш, хотела тебе еще спросить. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, а зачем людям усы? Не знаю. А кто носит усы? Всякие дяди. Понятно. А волосы на голове зачем? Тоже не знаю. Так что они вам нужны, считаешь? Я сам не знаю. Совсем. Понятно. А зачем, расскажи, девочки ходят на свидания с мальчиками? Чтобы у них ребеночек родился. Понятно. А цветы зачем мальчики приносят на свидание? Чтобы девочка влюбилась. Ясно. А еще расскажи, а зачем девочки красятся? Вот реснички красят, губки. Чтобы было красиво. И что, помогают? Да. И что, красивее? Да. Да, здорово. А ты почему не красишь? И так красиво.
Ну что, мальчик и так красивый? Да. Тимур был когда-то, у него не влезло слово, и он так столбиком написал. То есть слова пишут в столбик? А надо было строчку. То есть перепутал математику с русским? Ну, слова же написал в столбик. Ну, математики тоже в строчку. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Ты котик? Извини, не могу, хочу сказать понятненько.